4. Полицейские попали под обстрел демонов. Все свободные машины в Манхэттенвилл. Кого я терпеть не могу, так это людей с растущим эго, которые используют интернет для привлечения внимания. Фиск был маньяком, но он любил Нью-Йорк. А эти демоны, кажется, они хотят разнести город на кусочки. Ничего себе! Ракеты! У них ракеты! Если бы мне в 12 лет сказали, что однажды парни в масках попытаются взорвать меня ракетами, ну, я был бы в полном восторге. Моя мама всегда верила в паровое отопление города. Это менее вредно, чем сжигание ископаемых, но высокое давление – причина ужасных взрывов. Эта станция нужна для контроля за давлением в конкретных зданиях. Поможешь мне доказать Оскорб, что она важна? Ладно? Гарри изо всех сил пытался сохранить дело своей мамы. Я понимаю, почему. В зданиях неподалеку резко выросло давление. Проблема, похоже, в сломанных переключателях. Надо разобраться с ними, пока высокое давление не взорвало все здание. Администрация заменит сломанные переключатели. Сейчас их некогда чинить. Хорошо, что переключатели снаружи. Меткие выстрелы паутиной сломают их. Спорим, завтра шоу Джеймсона выйдет под заголовком «Человек-паук – злостный вандал». Надо вырубить все. Даже один может устроить взрыв. В здании слишком много людей. На эвакуацию нет времени. Нужно успеть. Если сломаю это, больших проблем не будет. Их легко починить.
заберусь на крышу и проверю, в норме ли давление. Паучье чутье молчит, как рыба. Все в порядке. Пора сматываться, пока меня не заставили платить за это. Взорвалась паровая труба. Чтобы такого не повторилось, есть эта станция. Она измеряет давление в трубах и выделяет проблемные зоны. Похоже, давление опасно выросло. Надо что-то срочно предпринять. Спутники Аскорб присылают карты сейсмической активности. Если хорошенько ударить по земле в нужных местах, они покажут, где давление повышено. Такое давление обычно бывает от засорившихся стоков. Когда найду их, смогу прочистить парой хороших ударов по земле над ними. Подключил линзы к научной станции. Высокое давление красный, обычное синий. Ладно, пора идти. Надо спрыгнуть с приличной высоты, чтобы набрать силы. Нашел проблему. Есть! Но это не последняя опасная зона. Надо найти другие точки высокого давления. Нужно ударить по земле еще где-нибудь. У меня мало времени. Вот это место. Починил. Но это еще не все. Потороплюсь. Лучший способ снять напряжение. Вот бы в жизни было всегда так просто. Станция Гарри предотвратила взрыв. Они не решатся ее закрыть. Я справился. Эта станция нужна для проверки военной разработки Аскорб, технологии маскировки.
Но не стоит проверять ее на боевых дронах. Кто-нибудь может пострадать. Так, надо протестировать. Посмотрим, смогу ли я встроить маскировку в костюм. Сработало! А, энергетическое поле создает помехи. Это меня не устроит. О-о, эти боевые дроны вышли из строя. Они опасны. А сигнал самоуничтожения отсюда не сработает. Но в режиме маскировки я смогу подойти ближе и запустить его. Этот дрон где-то рядом. Скачаю с него данные, чтобы понять причину поломки. Остановить дрон я смогу с 10 шагов. В режиме маскировки. Яблочко! Теперь отключу маскировку, чтобы заработала паутина. Мне нужны эти данные. Лучше ты, чем я. Ты этого не ожидал, да? Я все ломаю. Еще один повержен. Можно вычеркнуть. Боевые дроны, это законно? Стиль крадущегося паука. Маскировка — это весело, но жаль лишаться паутины. Надеюсь, Аскорб поймет, что боевые дроны в Манхэттене — плохая идея. Но верится в это с трудом. Теперь у них есть все необходимые данные. А технологию маскировки стоит доработать. Станция Гарри в безопасности. А если они исправят ошибки, то у меня может появиться костюм невидимки. Когда-нибудь ехали на работу или в церковь, думая о своих делах, и вдруг, бах, колесо попало в яму, машина сломалась, и весь день на смарку. Что ж, вы знаете, кого винить. Нет, не городские власти. Человека-паука. Его заметили спрыгивающим прямо на землю с огромной высоты. Оттуда и ямы. Зачем? У меня только одна догадка. Он нас всех ненавидит и хочет, чтобы мы страдали.
Это одна из моих станций. Следит за качеством воды. Когда там что-то вредное, она сообщает. Я хотел сам следить за этим, но всегда не хватало времени. Как будто Гарри о чем-то умалчивает. Надеюсь, он в порядке. Эти водоросли уже убивают рыбу. Если их не остановить, они быстро доберутся до вершины пищевой цепочки. В лаборатории Гарри я приготовил вирус, который нападет на них. Но мне нужен образец водорослей. Нужно срочно к озеру. Паучок, а тебе это... Вот так. Надо пробить стенки клеток, и вовремя я успею только с помощью гравитации. Проще всего будет спрыгнуть с высокого здания. А самое высокое тут — здание Оскорб. Было бы время, сделал бы это в лаборатории. Да, получилось! А теперь то же самое снова. Я от этого не в восторге, но повторим. На что ты смотришь? Надо еще ниже. Пожалуй, сработало. Сейчас бы еще тошноту унять. Скорее к озеру и выпустите. У меня паутина дрожит. Вот так. Лекарство от токсичных водорослей. Безвредно для прочих растений. Что хорошо, потому что голый парк — это парковка.
Мы установили в этом районе энергосберегающие диодные панели. Эта станция собирает данные об их работе. Это должно сэкономить Аскорб достаточно денег для признания программы. Конечно. Аскорб подали на панели намного больше напряжения, чем нужно. Если не исправить это, они взорвутся. Люди могут пострадать, а станцию просто закроют. Электропаутина может отключить эти панели, перегрузив питание. Мне надо поторапливаться. Нужно попасть в каждый щит. Может, однажды они сделают щит с моим лицом? Без подписи угрозы. Нам стоит вернуть рисованные щиты. Я всегда опасался этих огромных электропанелей. Надеюсь, теперь они разберутся, как правильно питать эти щиты. И это должно сэкономить Аскорб немало денег на электричестве. И станция продолжит работать. Есть кормушка для птиц и анализаторы фекалий. Круто же! Лаборатория для изучения птичьих какашек. Если серьезно, ты же в курсе, что они переносят инфекции, так что мы должны держать их здоровье под контролем. Знаешь, я жалею, что не слышу сейчас твоих туалетных шуточек. Вот же ж. Голуби заразились опасным штаммом птичьего гриппа. И он уже мутировал так, что его могут подхватить люди. Ладно, в лаборатории Гарри есть все для создания вакцины. Надо распространить ее. Или голуби будут как крысы времен бубонной чумы. Лучше всего применить ее в трех точках миграции птиц. Хорошо, что станция покажет мне, где это. Первая точка миграции в парке. Птицы передадут вакцину друг другу как болезнь. Голуби разрешают мне прыгать на своих высотах. Я их должник. Мстители не спасали город от птичьих какашек. Вот так. Вакцина передается по воздуху. Опрыскаю ею деревья.
Минус одна. Осталось две. Другая живность и люди даже не заметят спрея. А голуби вылечатся. Ну, или превратятся в зомби-голубей. Осталась одна. Интересно, что скажет об этом Джеймсон? Ставлю на Человек-паук распрыскивает химикаты. Люблю помогать животным. Они не называют меня угрозой и не стреляют по мне. А можно я напишу в резюме, что работал ветеринаром? Так, должно было сработать. Проверю-ка я на всякий случай пару голубей. Вот так. И даже без зомби. Никола Тесла кормил тут голубей. Как и мама Гарри. Помню, как она брала нас с собой. Хотел бы я рассказать Гарри, но мне он вообще не отвечает. Станция измеряет количество твердых частиц. И, в общем, если опустить научный жаргон, когда в воздухе их много, это совсем нехорошо. Данные тревожные, но не постоянные. Единственный способ понять, что происходит, проверить выбросы по соседству. У меня другие проблемы. Пробоотборник обнаружил токсичные частицы. Проверю-ка. Можно начать с этого парового клапана. Здесь есть посторонние элементы. Проведу их анализ. С чем-то. Не пойму, с чем. Очевидно, это не ограничивается одним зданием. Многие люди в опасности. А что скажет образец из этого места?
Там еще и азотная кислота. Но есть еще что-то. Я на верном пути. Нужно лишь идти по следу. Распространилось шире, чем я думал. Весь район в опасности. Тут еще душок. Пора выяснить, что это. Этанол. Как-то знакомо это все звучит. Этанол. Почему звучит так знакомо? Ртуть, азот и этанол. Нужно вернуться на след. Когда все будет позади, я сообщу медикам. Пусть проверят здешних. Кажется, я понял, в чем дело. Из тех бочек вытекают едкие химикаты, прямо в водопровод. Нужно срочно все расчистить. Ха. Кальций и кремний делают бетон идеальным поглощающим материалом. Чтобы навести порядок, придется устроить беспорядок. Одна есть. Ура, получай! Дышать этим не стоит! Еще парочка бочек. Последняя! Нужно держаться выше! Есть! Запечатаю решетку паутины и остановлю остаточную утечку. Все могло кончиться куда хуже. Научные станции Гарри только что доказали свою полезность. Yeah.
Народ, я получил информацию, что Человек-паук в общественном парке, где гуляют дети, преследовал голубей. Да, диких голубей. Вы спросите, не сошел ли он с ума? И это прекрасный вопрос. Но слышали ли вы о гигантском пауке-птицееде? Если опустить кровавые подробности, это большой паук, который ест птиц. Так вот, Человек-паук ползает по стенам, как паук, прыгает, как паук. А что еще он делает, как паук? Инкассаторская машина. Всем прибыть на вызов. Следуйте в Мадисон. Господа, банкоматы работают не так. А это даже не банкомат. Демонам понадобилось финансирование. Станция собирает лишние данные с остальных. Нельзя же покушаться на серверы Аскорб. Сделай одолжение, проверь, не сломалось ли в ней что. Если да, то остальные станции работают зря. На сервере совсем нет места. Он почти переполнен. А это нарушит работу системы, и Гарри потеряет все. Нельзя этого допустить. Так, рядом есть резервный сервер университета. Отправлю излишек данных туда. Но надо быстро перенастроить линию передачи и связать станцию с сервером. Активный приемник легко найти. Так, пора искать следующее звено. Есть. Продолжаем в том же духе. Чем занято все место на серверах Гарри? Похоже на цепочки ДНК, но над этим научные станции не должны работать. Бери, Спид. Какая разница, что на сервере, если все сотрется? Уже близко. Я уже должен видеть сервер университета. Есть. Осталось перенаправить данные. Быстрее! Хорошо.
Уже неплохо. Посмотрим. Думаю, нужна перекалибровка. Работает! Все перенесено. На время хватит. Скажу Норману, что Гарри нужен еще сервер. Он не откажет, узнав, насколько станции полезны. Привет, Пит. Эта станция отслеживает напор воды в каждом отдельном здании. Дома, в которых больше 4 этажей, используют водонапорные башни. Главное — успеть найти проблему в зародыше. Понимаешь? Ух ты! Напор в этом здании больше, чем в остальных. Надо понять, почему. Водонапорные башни подключены к трубам на высоте 4-го этажа. Посмотрим, где тут проблема. Тут трубы в порядке. Проблема определенно ниже. Вот в чем тут дело. Кто-то повернул вентиль. Это легко поправить. Так не должно было случиться. Исправлю-ка я тут все, пока Джеймсон не прознал. Зовите меня паук-водопроводчик. Обошелся без скотча. Вот так. Сделано. Вуаля. Успел. Исправил. Надолго этого не хватит. Давление тут чересчур высокое. Как будто сток перекрыт. Проверим выводящую трубу. Выводящая труба ведет куда-то вниз. Надо посмотреть, не заткнуло ли ее. Вопрос. Кто еще из супергероев и спасет от злодеев, и починит ваш душ? Теперь Оскорб не сможет отрицать, что станции Гарри полезны.
Множество свидетелей говорят, что Человек-паук у всех на виду. Гордо прыгал по Таймс-сквер и стрелял паутиной в электронные щиты, заставляя те перезагружаться. Признаю, эти щиты – бельмо на глазу города. Когда-то рисование на щитах было искусством. Но нас волнует вопрос, а чем занимался он? У меня есть теория. Он заражал эти щиты вирусом, чтобы те начали гипнотизировать прохожих. И что же они им внушают? Что Человек-паук милый, и он делает это годами! Это единственное разумное объяснение того, откуда у этой угрозы столько фанатов! Эта станция проста, но незаменима. Она измеряет загрязнение воздуха лучше, чем что-либо в этом городе. Оно очень вредно для детей и стариков. Моя мама пострадала от этого. Если данные точны, в воздухе здесь слишком много сернистого газа. Паучье чутье говорит, что все дело в выхлопных газах. Если взять пробы, я смогу узнать модель двигателя и сообщить, куда надо. Вот оно! Это мне не на пользу! Так, еще парочку проб! Ух ты! А запашок тут! И еще парочку. Вот оно. Вот так. Так, похоже, у нас три виновника. Сфотографирую их для доказательства. Фотографии. Как будто я снова в Бьюгл. Жизнь тогда была куда проще. Одна есть. Хороший выстрел. Хет-трик. Отправил. Теперь дело за ними. Такой вот я сосед-эколог, Человек-паук. Человек-паук. Thank you.
из моих любимых. Я всегда считал, что сотовая связь уязвима к атакам террористов, так что здесь это проверяется. Сделай мне одолжение. Взгляни, все ли в порядке. О-оу. Террористы ни при чем. Есть ошибка в системе, которая вызывает помехи. И если я ее не устраню, вся сеть упадет. Сейчас она влияет только на чувствительное оборудование. Вроде моего. Нужно держаться вне зон помех, пока я чиню сотовые вышки. Так, настроить линзы на показ опасных зон. Нужно отремонтировать сотовые вышки, пока весь город не остался без связи. Размер проблемной зоны меняется. Лучше быть готовым к неожиданностям. Одна есть. Но для решения проблемы надо починить еще три. Я смогу использовать вертолеты для прыжков. Сейчас все держится на сотовой связи. Больницы, полиция. Сбой связи будет не лучше блэкаута. Надо торопиться. Скоро всей системе конец. Есть! Но это только полдела. Вот было бы здорово оставить связь для всех, кроме людей, которые не выключают мобильные в кинотеатрах. Становится все хуже. Я не тут все починил. Теперь у меня есть невидимые стены. Я как будто мимо. Нельзя терять время. Непростая ситуация. Ладно, я больше так не буду. Снова жители Нью-Йорка могут обмениваться сплетнями в метро. И экстренные службы снова работают, что тоже важно. Если бы сеть рухнула, Оскорб пришлось бы раскошелиться на восстановление. Им нужна эта станция в рабочем состоянии. Проект не пострадает. Это один из ранних проектов мамы. Мы пытались вывести бактерию, которая будет перерабатывать пластик в океане. Но у нее не хватило времени. Если у тебя получится, это будет очень важно. С помощью манипуляций с генами я смог бы это остановить. Нужна только лаборатория получше, да и бактерия живет только в жидкой среде. Минутку. Жидкость моей паутины. Я перенесу живую бактерию в паутинной железе. В университете есть все химикаты, нужные для ее усиления. Ого, бактерия растворила паутину! Это та, которая используется для полетов. Другие должны быть прочнее, но теперь придется добираться до университета без полетов на паутине. Фух, кажется, паутина для веревок в порядке. У меня интенсивная тренировка. Надо спешить.
Неизвестно, как долго проживет бактерия. Хорошая тренировка на случай, если эжекторы дадут сбой. Будто они никогда не видели парня, бегающего по стенам. По закону они должны сливать ненужные химикаты в эти контейнеры. Может, найду что-нибудь полезное. Готово. Надо добраться до лаборатории доктора Октавиуса и сделать препарат. Я бы поехал на метро, но бактерия столько не проживет. Осталось взять связующий агент. Теперь очередь промышленной центрифуги, которая извлечет бактерию из моей паутинной жидкости. Нужно просто изолировать бактерии. Прекрасно. Полагаю, я улучшил бактерию, но убедиться в этом смогу только на научной станции Гарри. Питер. Ох, Питер. Даже не знаю, зачем я это тут записываю. Норман подрезал нам крылья. Скоро мы лишимся лаборатории. Мы были на пороге величайших открытий. Дайте нам чуть больше денег и времени, и идеи в наших головах принесут щедрые плоды. Так, стоп. Идеи в наших головах. Боже, Питер, вот оно! Почему я все повторяю и повторяю одну и ту же ошибку? Нельзя верить Норману Осборну. Неважно, как это может навредить другому человеку, ради прибыли Норман пойдет на все. С меня хватит. Однажды он будет на моем месте. Я покажу Норману, каково это быть беспомощным. Видимо, Норман в прошлом что-то такое сделал Доку. А, как понять, что грант не дали? Попробуй офисный кофе. Я тут бывало неделями ночевал. Хорошо, что тут всегда есть еда. Жаль, Док перестал покупать сырные чипсы. Наш первый доброволец. Капрал Тексидор. Потерял руку в бою и сейчас хочет просто снова обнять дочку.
Помню свое первое собеседование тут. Пришел в грязной рубашке, опоздал на 10 минут, ловил грабителя. Почему док решил меня нанять? Надеюсь, он не жалеет об этом. Здорово. Логический контроллер для микрокабелей дока. Потрясающие. Намного более гибкие, чем обычные с постоянными осями. Простой искусственный интеллект, помогающий управлять протезом. Привет, будущее. Протеза теперь свой мини-мозг. Круто! И чуть-чуть страшно. Док занялся внутричерепным интерфейсом. Революционно, но пока нестабильно. Нужно довести его до ума. Теперь я снова могу летать на паутине. Проверим. Ну вот, отлично. О, полеты на паутине. Как я по вам скучал. Надеюсь, сработает. Насколько я помню, мама Гарри начала этот проект. Он много значил для них обоих. Была бы паутина, путь найдем. Вот испытательный резервуар, полный пластика. Посмотрим, что будет. Работает? Не так быстро, как я думал, но лучше, чем прежде. Нужно продолжить опыты. Она переработала не весь пластик, но это уже большой шаг вперед. Достаточно, чтобы Оскорб работал над этим. Это достойно Нобеля, и на акциях хорошо отразится.
Пит, тут будь осторожней. Эта станция улавливает опасные химикаты. Ну, если точнее, она нужна для того, чтобы избавиться от них, если они когда-либо появятся. Чего, я надеюсь, не случится. Черт! Кто-то вломился и выкрал нестабильное ракетное топливо. И похоже, они разбили контейнер, тут следы утечки. Судя по записям с камер охраны, они только что ушли. Надо вернуть топливо. Мои паукоботы еще в разработке, но это подходящий момент для теста. Их сенсоры уловят след химикатов. Лучше так, чем прыгнуть. Мне нужен тихий уголок, откуда я смогу управлять выпущенным паукоботом. Этот малыш и соберет химикаты, и приведет меня к вору. Вор прячется в толпе. Разгоню их инфразвуком. Никого не покалечит, но раздражает на ура. Хорошо, что эта штука вредна только при длительном контакте. Ну или взрыве. А если... Вряд ли. След кончается. Он убегает. Перехвачу паутину гранатой. Эй, прекрати! Попался. А теперь вернем топливо. Есть. Теперь верну топливо на станцию. А мой паукобот очень помог. Придумать бы, как делать их подешевле, цены бы им не было. Я вернул химикат на место, усилил защиту станции и послал Юре запись с камер для доказательства вины вора. Я молодец! Одна эта станция уже доказала пользу всей программы. Ее не должны закрыть, ведь химикаты теперь под надежной защитой. О Человеке-пауке, который меня пытался, как говорит молодежь, затроллить его фанат. Якобы Человек-паук затыкает дыры в городских водяных баках. А я скажу вам, зачем этот пустоголовый паук ползал в эти сливные отверстия, народ. Чтобы испортить нашу систему подачи воды. Его уже видели играющим с клапаном, который разрешается трогать только спецработникам. Проснись, Америка! Человек-паук создает проблемы, которые потом якобы решает. А от вас ждет обожание в награду. И грустно, что вы идете у него на поводу. К счастью, у вас есть я. И я открою вам глаза.
Пит, эта станция наблюдает за морской живностью. Тут у нас есть набор лекарств на любой случай. Симптомы некоторых болезней — это то, что не должно случаться с живыми существами. Похоже, у этой рыбы бактериальная инфекция. Надо разобраться с этим, пока она не попала на чей-то стол. Этот антибактериальный спрей должен вылечить рыбу. Надо только опрыскать воду. И быстрее, пока люди не подхватили болезнь. Сначала доберусь до порта. Источник проблемы в тех бочках. Нужно достать их из воды. Зовите меня дружелюбным соседом-мусорщиком. Эти бочки умнее некоторых злодеев, с которыми я дрался. Разобрались. Это идеальная точка для опрыскивания. Если распрыску равномерно, остальное сделают течение. Вакцина нужна везде. Рыбы передадут ее друг другу. Что хорошо, потому что я не хочу гоняться за каждой из них. Судя по карте течений, нужно опрыскать еще район. Еще бочки. Очевидно, они являются источником заражения. Избавлюсь от них. Что хорошо, в бочках они не стреляют в меня. С другой стороны, эти бочки не понимают моих шуток. Можно опрыскивать. Ну же, рыбоньки, это для вашего блага. Вот поэтому я не держу дома рыбок. А Джеймсон потом расскажет, что Человек-паук отравляет воду. Ладно, найду подходящее место для сбора проб. Рыбки уже должны выздороветь. Все чисто. Ну, по портовым стандартам. Эпидемия остановлена еще до ее начала. Аскорб будет вынужден признать пользу от этой станции.
эта станция отслеживает GPS-чипы, вживленные в птиц и других животных. Собирает данные об окружающей среде, как хотела мама. А еще улучшает GPS-сеть от Корп, как хотел папа. Короче, все в порядке. Наверное. Прости, я должен был сразу сказать тебе не тратить на нее время. Эй! Этот прибор поможет мне выследить сбежавшего паукобота. Это потеря не из дешевых. Ладно, я усилил сигнал связи на другом паукоботе. Он сможет отследить братца. Я потерял сигнал сбежавшего бота в том парке. Там и выпущу этого. Обычное дело. Выгуливаю в парке своего паукобота, как все. Хорошо, он поймал сигнал сбежавшего паукобота. Где же он? Может, его нашел и унес домой ребенок? Такой игрушки больше ни у кого нет. Я прогнал алгоритм поиска в узких местах. Эта труба подходит. О, нет. Надеюсь, его не сбили. Пешеходные переходы Нью-Йорка небезопасны. Он оказался путешественником. Случилась тревога? Что? О, да быть того не может! А если я напугаю птицу, она уронит паука-бота и сломает его. А этот голубь силен. Он в птичьей тренажерке клювом не щелкал. И вот мы в гнезде. Ух ты! Это же мой паука-бот! Я поймал пернатого клептомана! Теперь, когда я знаю, где они, начнем спасательную миссию. Гарри очень помог мне в тот раз. Вот бы отблагодарить его. Придется доработать паука-ботов перед тем, как снова отпускать их на прогулку. Эта станция анализирует грозы и служит предохранителем для остальных. Они все подвержены ударам молнии, которые могут стереть данные из них. Так что в случае опасности они автоматически отправляют все на сервер. Просто убедись, что она работает. Кажется, надвигается буря. А автоматическая передача не работает. Нет времени программировать. Надо связать передатчики станции вручную. А потом забраться на здание Оскорб и настроить приемники. Первый передатчик у меня на... Так. Мои линзы подсветят передатчики красным. Есть. Теперь добавим звенья в цепочку. Здесь становится страшновато. Эй,
Готово. Черт. Энергия приемников дает положительный заряд. А значит, в меня может ударить молния. Мой заряд растет. Надо быстрее, или меня ударит. Еще один. Не время праздновать. Изоляция костюма пока справляется, но много ударов я не вынесу. Природа пока не пытается меня убить. Этот настроен. С научной точки зрения мне все понятно. Но все равно есть ощущение, что Вселенная хочет меня убить. Это весь город — большая электромухобойка. Начинает получаться. Полюбуюсь видом позже. Если не поспешу, зажарюсь.
Энергия приемников дает положительный заряд. А значит, в меня может ударить молния. Мой заряд растет. Надо быстрее, или меня ударит. Полюбуюсь видом позже. Если не поспешу, зажарюсь. Забраться на башню Оскорб. Надо повернуть их от спутников по направлению друг к другу. Удалось. Итак, паук сплел сеть данных. Все научные данные перенаправлены в Оскорб. Работа Гарри спасена. А я наконец-то спрячусь под крышей. Привет, Пит. Хочешь хорошую новость? Конечно. Для разнообразия пригодится. Вышла моя новая статья. Оскорб сообщает, что научные станции Гарри дают полезные сведения, и они их профинансируют. Ты шутишь? Это прекрасно! Быстрее бы рассказать Гарри. Он не отвечает на мои звонки, странно. Я знаю, как для него это важно. Его мама бы им гордилась. Все это было для нее. Ты тоже немного помог, Тигр. Ты хороший друг. Как и ты, МДжей. И Гарри точно знает об этом. Жду не дождусь статью.